Ничего. И на нашей улице будет праздник. Партии нужны деньги и оружие. Пора. Всем оставаться на местах! Второй! Пассажиров не трогать! Я свой! Не виноват! А ну-ка, встань руки! Не виноват! А побежи его! Быстро, всем в угол! Быстро! Быстро, смотрите! Машина! Я кому сказал стоп, машина? Деньги, золото и оружие. Оружие! Деньги у почтового чиновника. Пошли. Быстро! Быстро! Пошел! Здравствуйте, Юрий Викторович. Здравствуйте. Мое почтение, Ирина Яковлевна. Опять господа офицеры на палубе стрельбой развлекаются. Вперед иди! Кто вы такие? Где он? Что вам надо? Вот чиновник. Ты что? Где сейф? Ты что делаешь? Сейф показывай! Молчать! Один капитан! Иди вперед! Быстрее! Двери открывай! Открывай. Быстрее! Быстрее! Вы нас не убьете, господин бандит! Молчать! Открывай! Деньги доставай! Быстрее! Быстрее! Живее! Живее ты! Давай, пошел! Опускай! Хоть пассажиров не тронут. Я буду жаловаться самому государю-императору. Пощадите! Ради Христа, пощадите! Ради Христа! Пощадите! Пощадите! Обоих. О, Господи, ничего не понимаю. Своих-то они зачем расстреливают? Ну, чтоб не делиться очевидно награбленным. Надо же, у них и лошади там были припасены, оказывается. Быстрее, 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 быстрее ко мне! Подтянулись сати! Ну, что такое? Ну, давайте, давайте, скорее, скорее, скорее! Очень мало времени! Так, 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 все встали! Все встали! Очень хорошо! Друзья мои, слушайте меня внимательно! Сегодня у нас очень важный и очень ответственный день! Сейчас мы едем в Гагру. Там состоится концерт. Будет очень много ответственных товарищей. Товарищ Лакова будет. И, может быть, сам товарищ Сталин.
Поэтому я очень прошу вести себя скромно, достойно, без моего разрешения ни шагу в сторону. Значит так, сейчас мы берем вещи и садимся в машину. Паспорта все взяли? Да. Вопросы есть? Нет. Очень хорошо. Идите все за вещами сейчас, потом садимся в машину. Девочки останутся здесь и ждут у памятника товарищу Сталину. Сандро, а ты чего, не едешь? Почему? Дочка заболела. Там же будет сам товарищ Сталин. Да знаю. Жена посмотрит. Воспаление легких. Ну. Макас, быстро в машину. Куда ты понес мой чемодан? Ну куда ты понес мой чемодан? Ты что, забыл, да? Первый автомобиль ставь. Неужели Платон не упрашивал тебя? Нет. Поехали. А кто вместо тебя будет шкира сделать? Макас, долго тебя ждать? Иду, иду, иду. Ладно, все. Все сели. Поехали. Да, да, всем просторам Востока лояльны, сели разговоры. Востока лояльны, дружеские устали, первый только Ленин, второй только Что? Не взяли? О, по-моему, у нас крадут дрова. Садятся. Я почему-то не слыхал, чтобы дрова садились. А ты слыхал, что возле Чегема леса сгорели? А при чем тут Чегем? Его леса. Вот я и вожу в горы тыковские дрова. Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство. Спасибо. Какой страшный. Мы тебе сейчас все расскажем. Что тебя ждет? Что было? Что ты ждешь? Что Посмотри, какая ручка хорошая. Красавец. Смотри, рука какая. Какие линии, дорогой мой. Ждет тебя казенный дом, дорогой мой. И дальняя дорога. Смотри, какие шашлыки. Ты что, думаешь, какая дальняя дорога? Давай шашлыки. Все давно уже уехали. А, не надо. Ты даже не могу сказать. Нам милее, чем родина. Здравствуйте, дядя Сандро. Здравствуй, здравствуй. Здравствуйте. 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 Иди домой. Так. Эшеры уже проехали. Что? К Афону, говорю, уже приближаются. Два, четыре. Что он сказал? Не знаю. О, земляки! Здравствуйте! Здравствуй, как живешь? Хорошо, спасибо. Здравствуйте. 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 Присаживайтесь. Давно приехали? Сегодня приехали. Недавно. Ну как там в Чегеме? Ничего, хорошо. А у меня вот дочка болеет. Пойду посмотрю. Им предлагали остаться в доме колхозника. Но они побоялись, что ты как родственник обидишься. Ни за что бы не обиделся. Наши, может быть, будут танцевать сегодня перед самим товарищем Сталиным, а я должен сидеть здесь
с чегемцами. Накрой на стол. Здесь, в городе, тебе живется лучше. Да, 30 рублей получаю как комендант ЦИКа и столько же, как участник ансамбля. Железные колени сейчас властями ценятся, как никогда. Князь Татырхан, помнится, тоже ценил хороших танцоров. Все же не настолько. Здравствуйте! 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 Здравствуй, дорогой! Здравствуй! А что случилось? Воспаление легких. Ну, Бог даст выздороветь. Дай Бог, дай Бог. Не хотел я тебя беспокоить. Тебе телеграмма. От кого? От Лакобы. Приезжай, если можешь, Нестор. Если можешь. Да есть ли что-нибудь, что бы я не сделал для нашего Нестора? Где Бьюик? На улице ждет. Не забудь захватить паспорт. Знаю, знаю. Там сейчас с этим очень строго. Клянусь Нестором, девочка выздоровеет. Откуда знаешь? Чувствую. Именем Нестора не всякому разрешают клясться. Таких в Абхазии раз-два и обчелся. Ты куда сел? Это же моя мать. Отстань, Лакоба распорядился. Отстань. Эй, ты куда поехал? Пропуск дайте. Спасибо. Стоять! Пропуск! Абхазский ансамбль! Чеген!
Да. Чегем Ба. Сандро. Сандро. Да, но на афише я прохожу как Сандро Чегемский. А афиша меня не интересует. Бик, ты Клокоба. Слушаю. Тут у меня Чегем Ба, а пропуск выписан на Чегем Ду. Вот, он может подтвердить. Исправлять нельзя. Запрещено. Все. Он скажет. Участник ансамбля, известный Сандро Чегемский. Проходи. Платон Танцулай уже несколько раз посылал встречать тебя. Он будет? Почему будет? Он есть. Чегем Ду. Бу. Пропустить. Ребята, Сандро приехал, а? Сам Нестор вызвал. Управляющий принес телеграмму. Давай быстро, быстро переодевайся. Дай почитай. Махас, дай ему чемодан. А? Так, тихо, 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 тихо. Тихо, теперь главное. Когда пригласят, не набрасывайтесь на закуски и вино. Ведите себя скромно. Но и ломаться тоже не надо. Если кто-нибудь из вождей пригласил тебя выпить, выпей. И отойди к товарищам. Не стой рядом с вождем, тем более жуя, как будто ты с ним Зимний дворец штурмовал. Запомните, никакой сцены не будет. Танцевать будете прямо на полу. Пол там такой же. Главное, не волнуйтесь. Вожди такие же люди, как мы, только гораздо лучше. Пора. Ясно. За мной по одному. Все на местах? Так точно. И чтоб у меня как мышки. Живей, живей. Подтянулись, быстро, быстро.
А где же товарищ Сталин? Вон товарищ Сталин. Где, где? Говорит со всесоюзным старостой Калининым. А, да-да-да. А это кто? А это жена Берии. А рядом сам Лаврентий Павлович. Видишь? Оказывается, Ворошилов тоже маленький. Вообще вожди маленького роста. Сталин, Ворошилов, Берия, Лакоба, Калинин. Интересно, почему? Ленин был маленький, так и пошло. Маленькие они вообще более устойчивые. Тебе быть, Сандро, за таким столом тамадой? Да нет, тамада наш Нестор Лакоба. А может быть, Берия? Да нет, видишь, он во главе стола с женой царей. Сталин его всегда выбирает, он же его любимчик. Пьют Изабеллу из села Лыхны. И выпили уже по стаканам 12-13. Откуда знаешь? По внешности застольцев могу определить с точностью до одного стакана. Или я плохой тамада? Интересно, нам налют? Ну. Любимый вождь, дорогие гости, наш скромный абхазский ансамбль, организованный по личной инициативе Нестора Аполлоновича Лакоба, исполнит перед вами несколько абхазских песен и плясок, а также песни и пляски дружной семьи кавказских народов. С этим Цулукидзе. Лаврентий, я приехал использовать законный отпуск. Почему ты мне задаешь такие вопросы? Ничто, и товарищ Сталин, я так, я посоветоваться хотел. Товарищ Сталин, товарищ Сталин, у нас недалеко от села Чегем есть старое молельное дерево. Ну, оно было молельным, а сейчас перестроилось и полностью поддерживает нашу политику. Как это? А, ну, вот если взять палку и ударить по дереву, то оно прозвенит. Кум-хоз. Что-что? Кум-хоз, колхоз. Кум-хоз. О, ворадара! О, ха-ха-ха! У них на Кавказе есть молельное дерево. Оно перестроилось. Если по нему сильно ударить палкой, оно прозвенит. Кумхоз, колхоз. Thank you.
Смена блюд. Доктор. Отец, пульс. Так, глазки. Ага. Так, язык. Нет, нормально. В порядке. Следующий. Кто же это мне свинью-то подложил? Не ты, а Михаил Иванович. Я, ты любишь. Не слишком дерет? Нет. Думаю, что это абхазская джика имеет большое будущее. Но?
Михаил Иванович. Состязаются. Абрек. Я Сандро из Чегема. Чегем. Какая точность, какая интересная. Да это фокус. Дайте еще. Фокус, сэр. Ну, фокус, ну. Ну-ка. Нет, елки-палки. Но солнце видно и через башлык. Хорошо. Теперь ты обеспечен на всю жизнь. Да брось ты, Махас. Да ты что? Подкатить к самому Сталину? Да прикрыв еще башлыком лицо? Да такое сам немец не придумает. Молодцы. Молодцы. Держи. Пей, 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 пей. Пей, пей, пей. Вставай, вставай, вставай.
Так, давай, давай, давай. Ох. Тут. Эй. Держи. А. Пей, пей, пей. Пей, 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 пей. Так, так, так. А. Держи, заслужил. Спасибо, товарищ Сталин. Пьешь, как танцуешь. Где-то я тебя видел, Абрек. Нас кино снимали, товарищ Сталин. Там могли видеть. А, кино. Кино. Может, пригласим их за стол? Как скажешь, дорогой Нестор. Я только гость. Ну и ну. Как-то я вспомнил, что нас снимали в кино. Нет, чегемца не так-то легко укусить. А неужели вы где-то встречались? Да нет, наверное, спутал с кем-то. Но не хотел бы быть на месте того, с кем он меня спутал. Добрый вечер. Спасибо. Я поднимаю этот бокал за эту орденоносную республику и за ее бессменного руководителя, моего лучшего друга, Нестора Лакову. Лучшего, сказал, и бессменного. Какого? Бессменного. В республике умеют работать и умеют веселиться. Да здравствует товарищ Сталин! Некоторые товарищи, некоторые грамотеи там, в Москве, думают, что руководить по-ленински – это значит… заниматься бесконечными дискуссиями, трусливо обходя решительных мер. Бухарина. Бухарина. Кого? Бухарина. Но руководить по-ленински – это значит, во-первых, не бояться решительных мер. Во-вторых, умело находить кадры и умело расставлять их куда надо. Небольшой пример. Нестор нашел этого Абрека в маленьком горном селе и сделал его талант всеобщим достоянием. Раньше он танцевал для узкого круга, а теперь танцует
На радость всей республики и на нашу с вами радость, дорогие товарищи. Так выпьем за моего дорогого друга Нестора Лакобу, хозяина этого стола. Алаверди Лаврентию. Я поднимаю этот бокал за нашего гостеприимного хозяина. Мы с ним земляки. Я бываю у него в доме, он бывает у меня в доме. Нестор Лакоба – прекрасный руководитель цветущей Абхазии. Он прекрасный оратор, несмотря на то, что плохо слышит. Но оратору не важно, чтобы он слышал. Важно, чтобы его слышали. Знаете, партийная работа – очень нелегкая работа. Можно сказать, очень тяжелая работа. Иногда хочется немножко расслабиться, знаете, пошутить. Я иногда говорю: Нестор, ты прекрасный стрелок, ты бывший партизан, но почему тебя назвали Нестором? Может быть, в честь анархиста? Нестора Махно? Смотри, Нестор, не измени нам, как он изменил. Иногда хочется немножко, знаете, пошутить. За твое здоровье, Нестор, за цветущую Абхазию, под твоим руководством. Ну? Спокойно. Угу. Дорогие друзья, я не буду долго говорить. Тут товарищ Сталин напомнил нам о некоторых грамотеях, избегающих решительных мер. Конечно, речь идет о Николае Ивановиче Бухарине. Да, Николай Иванович – один из самых образованных людей нашей партии. А, Бухарин. Мы все, старые ленинцы, помним сотрясающую партию дискуссию, каким путем идти сельскому хозяйству России. Товарищ Сталин был за быструю коллективизацию нашей страны, дающий гарантированный хлеб классу, который своим трудом крепит оборону страны. Бухарин же говорил: не спешите, крестьяне нас не поймут, пусть они обогащаются. Если мы будем спешить в нашей огромной крестьянской стране, крестьяне от нас отвернутся. А это гибель социализма. Товарищ же Сталин со свойственной железной логикой утверждал: поймут, заставим понять. И вот годы прошли, и все крестьяне вступили в колхоз. Отвернулись крестьяне от нашей партии? Нет. Скорее, не отвернулись от товарища Бухарина. Но Бухарин, при всей его образованности, еще не вся партия. Даже, может быть, совсем не партия. Так выпьем же, дорогие друзья, за гениальное чутье нашего народного вождя. А кто он? Сами догадывайтесь. Товарищ Сталин!
Дай я тебя поцелую. Да что мне с тобой целоваться, с Конопатом? Вот если бы ты был 16-летней девочкой, тогда другое дело. Ах ты мой всесоюзный козел. Мой всесоюзный козел. Что? Что он сказал? Лаврентий, что? Попроси свою жену потанцевать. Но я не умею, товарищ Сталин. Иди. Иди. Иди, тебе говорят. Вождь просит. Зачем вождь? Мы все просим. Но я не ломаюсь, я в самом деле не умею. Иди. Иди, тебе говорят. Давайте, ребята. Нет, я не умею. Царью просим! Ну, я же говорила. Царью просим! Царью просим! Царью просим! Царью! Царью, пожалуйста! Царью просим! Лаврентий, оказывается, глухой не только в кадрах разбирается. Попал пальцем в небо. Среди нас находится настоящий народный снайпер. Попросим его. Да ну, может, не стоит. Стоит, стоит. Стоит, стоит! Просим. Позови повара. Переодеть? Нет, не надо. Проще, проще. А? Нестор, вспомни про мальчишку. Я тебя очень прошу. Я слушаю. Освежить. Лаврик. Лаврик, пойми, мне было стыдно. Потом он совсем не рассердился, но... Дома поговорим. Ну, Лаврик. Я тебе больше не Лаврик. Ну, Лаврик. У людей жены как жены. Почему танцевать не умеешь? Почему раньше не знал? У людей жены как жены. Пей. Танцевать не умеешь, пить учись.
Я поднимаю этот бокал не за вождя, но за скромность вождя. В прошлом году я получил записку от товарища Сталина, в которой он просил выслать ему мандарин, строго наказав сопроводить посылку счетом, который вождь оплатит с первой же получки. Кажется, неужели наша республика обеднеет, если мы вышлем товарищу Сталину эти несчастные мандарины? Не мы с тобой сажали эти мандарины, дорогой Нестор. Народ сажал. Народ сажал. Сейчас некоторые грамотеи думают, что мы сажаем врагов народа. Не мы сажаем. Народ сажает. И деньги, товарищ Сталин, выслал сразу же. С первой получки. Это пример скромности для всех нас. И вот за эту скромность я поднимаю свой бокал. Нестор Павлович, повар здесь. Хорошо. Волнуется? Волнуется. Успокой его. Ага. А чьи такие большие яйца? Эти? Гусиные, Лаврентий Павлович. Повар сам выбирал. Может, заменить? Нет, я просто так говорю. Очень большие яйца. Ревнует глухого. Если бы ты знала, как я ненавижу все это. Однажды это уже плохо кончилось.
Браво, Нестор! Браво! Еще? Давай. Прекрасно! Посади его за стол. Господи. Ну, успокойся, успокойся. Все уже закончилось. Все, слава богу, кончилось. Товарищи, подвиньте, пожалуйста. Дайте коньяк. Выпей, успокойся. Мой Вильгельм Тель. Молодец. А ты кто такой? Я Ворошилов. Я спрашиваю, кто из вас ворошиловский стрелок? Конечно, Лакоба лучше стреляет. Тогда почему ты выпячиваешься, как ворошиловский стрелок? Хватит, Иосиф. Хватит, Иосиф, говорят оппортунисты всего мира. Ты тоже начинаешь? Скажи, чтоб начали его любимую. Хорошо. Черную ласточку. Черную ласточку. Хорошо, хорошо. Thank you.
Камарджоба! Камарджоба! Догор Ахар! Карга! Слушай, кто этот человек? Это тот самый Джугашвили. Неужели тот самый? Я думаю, вроде похож, но не может быть. Да, тот самый Джугашвили, который не захотел стать властителем России под именем Сталина. Интересно, почему не захотел? Хлопот, говорит, много. И крови, говорит, много придется пролить. О, я от одного виноградного корня не могу отказаться, а он от России отказался. А зачем ему Россия? У него прекрасное хозяйство, семья, дети. Что за человек? От целой страны отказался. Да, отказался. Жалко, говорит, крестьян. Пришлось бы, говорит, всех объединить. Пусть, говорит, живут сами по себе. Пусть каждый имеет свой кусок хлеба и свой стакан вина. Дай бог ему здоровья. Но откуда он знает, что надо крестьянам? Такой человек все предвидит. Дай бог ему здоровья. Дай бог. Они думают, власть – это мед. Нет, власть – это невозможность никого любить. Вот что такое власть. Человек может прожить всю жизнь, никого не любя. Но он делается несчастным, если знает, что ему нельзя никого любить. Вот я уже полюбил Глухого, и я знаю, что Берия его сожрет. Но я не могу ему ничем помочь, потому что он мне нравится. Власть – это когда никого нельзя любить. Потому что не успеешь полюбить человека, как сразу начинаешь ему доверять. Но раз начал доверять, рано или поздно получишь нож в спину. Проклятая жизнь. Проклятая природа человека. Но если приходится убивать тех, кого любишь, сама справедливость требует расправляться с теми, кого не любишь. С врагами дело. Да, дело. Вот так будешь умирать. Стакан воды не подадут. Ничего. Ни одному мне мучиться. Он тоже загубил душу. Клим, где Царицын? Где мой Клим? За что обидел, Иосиф? Прости, Клим, если я обидел. Но они нас с тобой еще хуже обижают. Ничего, Иосиф. Ты им еще покажешь, где раки зимуют. Думаю, что покажу. Товарищ Сталин, ну что делать с этим Цулукидзе? Это с которым? Ну, с этим старым большевиком. А что он сделал? Совсем с ума сошел. Болтает лишнее. Чуть ли не то, что Берия с Маузером в руке хочет захватить в
все партийное руководство на Кавказе. Лаврентий, я приехал использовать законный отпуск. Почему ты мне задаешь эти вопросы? Не, что вы, товарищ Сталин, я так посоветоваться хотел. Болтунов Ленин тоже ненавидел. Может, выгнать его к черту из нашей партии? Из партии не можем. Не мы принимали. Ленин принимал. Что делать, просто не знаю. У него, по-моему, брат был. Где он сейчас? Жив. В Батуми. Работает директором лимонадного завода. Как работает? Хорошо работает. Пусть этот болтун всю жизнь жалеет, что погубил брата. Гениально. Здесь, на Кавказе, у вас на Кавказе еще слишком сильны родственные связи. Пусть другим болтунам послужит уроком диалектика наказания. Вот так век живи, век учись. Только не за счет моего отпуска, Лаврентий. Ну что вы, товарищ Сталин, я так посоветоваться хотел. Видишь, говорит, у вас на Кавказе. Значит, чувствует себя уже русским. Какой тут риск, мил человек? У меня один волос на три пальца возвышается. А в голову не попадал? Не попадали. Риску тут мало. Страху много. Говорит, у вас на Кавказе. А что мы ему сделали? Шата, прошу тебя как брата, не обижайся на вождя. Да я за него жизнь готов отдать. Но у меня душа болит. У всех налит. Я предлагаю тост за нашего старшего брата, за великий русский народ. Везунчик, сделал одинчики раз, и вся Абхазия у тебя в кармане. Завидуют. Это что такое? Назад! Отставить! Я сам! Сейчас, сейчас помогу! Куда сейчас, сидеть? Я хотел, сидеть? Я хотел помочь. Она не знала главного моего преимущества. Я терпелив. Кто допустил? Все окна закрыто, товарищ Бея. Прошляпил Лаврушку. Я этого дела так не оставлю. Может, она на винограде сидела? Правильно. Оса любит виноград, а Берия любит интриги. Халатно, Сёсич. Это безобразие, Климент Ефремович. Я никогда этого дела так не оставлю. Не оставлю. Никогда. Никогда. Это что? Сюда приезжали государь-император. Ну, что ты врешь-то? Ты что, врешь? Крестом клянусь. На крейсере. Сам крейсер на рейде оставался. А государь-император на катере причаливали. А государыня не захотели причаливать. Чем очень обидели. Принца.
Придворные интриги. Да. Пиршественная ночь длилась и длилась, и, казалось, ей не будет конца. Но конец пришел через год. Нестор Лакоба был отравлен. Бокал вина в доме Берии оказался роковым. В Абхазии, как и во всей стране, задымились кровавые процессы. Они коснулись даже членов этого веселого ансамбля. Был арестован и погиб в Магадане Платон Панцулая. Был арестован и погиб в бухте Нагаева Пата Патарая. Были арестованы и многие другие. Дядя Сандро, поняв, что снаряды ложатся слишком близко, подпортил себе ногу с помощью доброго сельского лекаря, уволился из ансамбля и радостно заковылял в сторону Чегема. Но пока продолжалась пиршественная ночь. Держи. Марш. А, Сандро. На. Молодец. Чегем. Держи. Бери. Марш. Марш. Держи. А. На здоровье. На здоровье. Держи. На. Пури. На. Все равно на Сталина спишут. Скажут, Сталин все скушал. Вино сталинское. Эх, везунчик, везунчик. Ну, конечно, мы же с ним где-то встречались. О, Сандро, садись, дорогой. Да нет, что ты. Нет, нет. Нет, ну это твое место, пап. Теперь это твое место. Спасибо, пап. Садись. Если б знали бы эти дети, с какого стола, а, эти конфеты. Где-то я тебя видел, Габрик. Кэс.
Эй, Хабук, ты не видел двух абреков на Нижнечегемской дороге? Там? А что случилось? Пароход ограбили, шел из Поти на Одессу. Вот ищем грабителей. Так значит, не видел никого? Нет, не видел. Ну ладно, за мной. Сандрик, ты что здесь делаешь? А где козы? Ну что случилось? Что ты молчишь? Иди сюда, сынок. Ну говори. Ты их видел? Да. На Нижнечегемской дороге? Нет, на Верхней Чегемской. Их было двое? Нет, один. Второго я видел на горе, убитого. Ты знаешь, как он на меня смотрел? Он сказал, если кому-нибудь скажешь, приду и убью тебя. Ну ладно, ладно. Они теперь сюда не вернутся. Знаю я георгские обычаи. Им лишь бы не работать. Ну, пойдем. Пойдем коз твоих искать. Пошли, пошли. О них я и думать не хочу. Я тоже не хочу. Но почему-то все время вспоминаю про того. Это пройдет. Пройдет. И в самом деле это прошло, и с годами настолько далеко отодвинулось, что Сандро, иногда вспоминая, сомневался, случилось ли это все на самом деле, или же ему, мальчишке, все это привиделось, уже после того, как пошли разговоры об ограблении парохода. Но тогда, после знаменитого на всю его жизнь банкета, который произошел в одну из ночей 35-го года, или годом раньше, но никак не позже, все это увиделось ему с необыкновенной ясностью, и он, суеверно удивляясь его грозной памяти, благодарил Бога за свою находчивость. Об этой пиршественной ночи Сандро неоднократно рассказывал друзьям, а после 20-го съезда и просто знакомым, добавляя к рассказу свои отроческие не то видения, не то воспоминания. При этом Сандро глядел на собеседника своими большими глазами с мистическим оттенком. По взгляду его можно было понять, что скажи он вовремя отцу о человеке, который прошел по Нижнечегемской дороге, вся мировая история пошла бы другим, во всяком случае, не Нижнечегемским путем. Сам факт, что он умер своей смертью, если, конечно, он умер своей смертью, наталкивает на религиозную мысль, что Бог затребовал папку с его делами к себе, чтобы самому судить его высшим судом и самому казнить его высшей казнью.